Трое граждан Нижегородской области прибыли на своем автомобиле в деревню Курилово Кичинского-Кадетского района Волгоградской области, где зашли в один из продовольственных магазинов в данной деревне. Один гражданин, зайдя в магазин, распылил газ из газового баллончика в лицо продавцу, после чего продавец был вынужден уйти в помещение склада. В этот момент другой гражданин похитил деньги из-под прилавка в сумме 29 199 рублей. А третий гражданин похитил две бутылки водки. Где проживаете? Город Нижний Новгород. А в Волгоградской области как оказались? С друзьями поехал. Куда поехали? С друзьями поехали в Волгоградскую область. Кому-то именно? Да. С какой целью? К сестре. А где сестра живет? Не знаю. В Волгоградской области. В отделе полиции как оказались? Сбежали. За что задержали? Наверное, за грабеж. Успал в машине, разбудили, пошел за компанию. Куда пошли? В магазин. Далее что было? Далее вышли и там задержали, на трассе. А в магазине что делали? Я точно взял, не помню, предварительно взял две бутылки водки. Пили перед этим? Пили, вообще пьяные зашли. Пытаешь пить? С деньгами что хотели сделать? С деньгами хотели поделить все. Я хотел заплатить. После чего данные граждане покинули магазин, сели в автомобиль, в котором прибыли, и попытались покинуть пределы Волгоградской области. Но были задержаны в Никольском районе сотрудниками ГИБДД. Данные граждане не работают нигде, проживают в Нижегородской области, двое из них на одной квартире, двое из них судимые. По тяжким преступлениям один отсидел 15 лет, другой 7 лет, а третий гражданин несудимый. В настоящий момент граждане заключены по стражу, находятся в СИЗО города Вологды. По данному факту возбуждено дело по пункту АГ части 2 статьи 161, то есть грабеж группы лиц с применением насилия не опасно для жизни и здоровья. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет.